Всем привет, поехали на очередной объект. Сейчас мы посмотрим одну очень классную квартиру, которая у нас в продаже. Это у нас получается район Планеты. Кстати, цена этой квартиры ниже рынка. Если что, пишите. Очень хороший ценник, очень хорошая квартира. Сейчас мы вам ее покажем, поехали. В данный момент мы находимся на Давлетке Ильдеева 5. Здесь у нас есть отличная квартира на продаже. Сейчас пройдем, посмотрим. Дом у нас 2017 года. Очень развитая инфраструктура. Здесь отсюда можно попасть в любую точку города. Рядом у нас ТРЦ «Планета», всевозможные школы и детсады. На первом этаже здания с той стороны у нас находятся всевозможные магазины, коммерческие помещения. На первом этаже у нас консьерж, мягкий диван. Здесь же у нас колясочная, то есть прекрасный пол. Также видеонаблюдение. Пройдемте дальше. Здесь у нас присутствуют три лифта. Один грузовой, два пассажирских. Также есть место, где можете набрать чистую питьевую воду. Так, это у нас большой коридор. Здесь огромная гардеробная, где можете хранить не просто одежду, но еще и складывать обувь. Пройдемте дальше. Вот мы находимся в гостиной, площадью 17,9 квадратных метров, высота потолка 2,7. У нас здесь ламинат 33 класса, наклеены хорошие виниловые обои, хорошие межкомнатные двери, выемка есть под гардеробную. Также здесь идет лучевая разводка отопления, что придает эффект теплого пола. Установлен хороший радиатор отопления, который вы можете регулировать. Установлен кондиционер. И очень хорошие качественные окна. Давайте посмотрим, насколько же эти хороши, эти качественные окна. Вот сейчас вот я помолчу, полная тишина. И давайте откроем окно. Вот это называется хорошие качественные окна. Когда открываю окно и сразу ощущаешь весь шум улицы. Это у нас кухня, 8 квадратов. На кухне у нас что остается? Остается полностью кухонный гарнитур. Это у нас моечная панель. Гарнитур в отличном состоянии. Варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, чайник. То есть, в принципе, все, что вам надо для жизни. Все здесь есть. Это у нас лоджия 2,5 квадратных метров. Застекленная, здесь довольно-таки тепло, то есть можно поставить стул, пить чай, любоваться этими домами. Здесь у нас санузел площадью 4 квадратных метра. Здесь у нас установлена ванна, раковина, унитаз, хороший кафель на полу и на стенах, вытяжка, установлена выход под стиральную машинку, под бойлер. То есть квартира чистая, аккуратная, хорошая, готовая для жилья. Как говорится, заезжай и живи.